Так, приветствуем всех. Так, жди. Чего? Он мизинчиком ударился о щетку? Или что еще могло с ним случиться? Так, мельком взглянем. Жаль, конечно, что одновременно под контролем больше одного нельзя удержать, но тем не менее. Как они неудобно рассредоточились-то, а? Чтобы она... Это можно подобрать, нет? А то еще споткнется. Так, главное, чтобы она сейчас не рванулась в бой. Не будем тратить время впустую. Я готова. В этом проблема. Приготовься ловить все. Приготовься познать вечный покой. Так ты смеешь шутить? Дороги! Не вылазь! Блин, не успел. Хотел ему помочь спуститься. Ладно, видимо, он там один остался. Thank you.
Не торопись. Мне придется остаться здесь и закрыть портал, Саров. Я не хочу расставаться с тобой, но будет хуже, если за нами последуют некроманты. Саров, постой! Не забудь мои слова о святилище, прошу. Я хочу вернуть того Сарова, которого встретила в доме Дима. Не слушай ее! Ты тот, кто ты есть! Ничего не бойся! Ох, как же Зана, конечно, тревожится. Вот что значила эта запись в дневнике. Что? До него только сейчас дошло, что слово, которому открыл портал Орантир, оно применяется для открытия портала? Молодец. Чё? Талант, талант. Блин, забыл, мы же здесь этих оставили. Вот это, конечно, обломчик. Ну ладно, им норм. Так, ну если нам в ту сторону. Не дай Лине себя запутать. Ей неведомо, кто ты такой. Она использовала тебя, чтобы достичь своих целей. А теперь хочет, чтобы ты отверг свой род и свою судьбу. Да, похоже, всем женщинам от меня что-то нужно. Не для себя стараюсь, для нас обоих. И поверь, ты будешь только рад дать то, что мне нужно. Не ходи туда! Не ходи туда! Ты приведешь сюда упырей, и тогда нам конец! Дункан! А он везунчик. Наконец-то! Я боялся, что тебя схватили некроманты. Они повсюду. Ты не знаешь, как попасть в некрополь, минуя битву? Я нет. А вот кузен Перси знает. Ему знаком каждый дюйм городских катакомб. Я предупредил его о тебе. На тот случай, если со мной что-нибудь случится. Уже бывший везунчик.
понимаю. А что вы так быстро ходите, блин? Все, закончил спам. Кстати, Дункан погиб, трагедия. Мы его знали аж, не знаю. В общей сложности секунд 20, наверное. Чего? Вернись и сражайся, как мужчина! Ага! Покажи перед смертью, на что ты способен! Броню, конечно, полнейшее. Чтоб стражник, до упыря. Угу, конечно. О, ну и переделка. Я уж был готов распрощаться с жизнью. Парень, подойди сюда. Это как? Он так сильно ударил, что аж катапультировался? Пройти с какой-нибудь опасной поверхностью. Угу. Пройди еще. Нет, не туда. Да. А ты, значит, Перси? Ты знаешь дорогу в Некрополь? Я, конечно. Система водоснабжения. Я там работал. Я покажу тебе путь через шлюз. Как нам туда добраться? Как? Скажи скорее. Скажи. Какой настойчивый. Посреди дороги сидит циклоп. Пока он там, дальше не пройти. Я смогу открыть шлюз и впустить тебя внутрь, но по улице бродит восставший циклоп. Пока он не уйдет, я туда не ногой, если ты, конечно, не знаешь обходной путь. Я с ним справлюсь. Прибереги силы для Арантира.
Фу, от него несет мертвечину. Разумеется, он мертв и служит Орантиру. Целься в глаз. Защити меня! Убирайся! Убирайся прочь! Как мы впервые пришли в Стоунхелл, я многому научился. Как ты силен! Отлично! А теперь идем! Так, парень, там не торопись. Блин, пока сейчас бегаем, его там съедят. Ай-яй-яй, как нехорошо. Самое главное, зачем? То есть, по замуж-то ясно, но Зана нам вообще ничего плохого не сделала. Даже спасла. Давай же, прыгай, а я следом. Ну-ну. Едва не сорвался. Давай, прыгай, Перси! Ой, мост! Ты цел? Я поищу другую дорогу. Пойду в обход и встречу тебя дальше, по улице. Не будь он нам нужен, я бы с радостью отправила его на все четыре стороны. Стоишь. Как с другой стороны, куда ему бежать? Чего? Чем? Тут даже огня нет.
Интересно, а можно было поджечь бочку, хотя где? Чтобы потом, как огненным снарядом, прибить противника. Фу, что за смрад? Похоже на драконью магию. Я могу сражаться! У тебя будет время доказать свою храбрость. А если постоишь смирно и дашь мне залечить рану, кто знает, может, проживешь достаточно, чтобы рассказать о ней потомкам. Берегись! Они наступают! Упыри! Обходят слева! Не подпускай! Блин, ребят, ну хочу вам эту... Вы можете сгруппироваться так, чтобы я вас не прибил случайно? Испытай мощь моего гнева! Свобода. Он отправился к праотцам. Это он побежал туда. Мужик, скройся. В смысле, вы за мной что ли бегаете? Не надо? Проверьте все укромные уголки. Скоро мы тебя найдем. Оставаться там. Не высовываться. Ты не сможешь прятаться вечно. Видимо, нет. Эй. Блин, приказка так удачно встают на эти ловушки. Забавно. Оно ради этой одежды рисковали там. Не помню, правда, где. Но рисковали.
Тайник? Серьезно? Понятно, это тупо зомбак. Просто выйдет посвежее. Да ёп, красоте, как вы задолбали со своим ядовитым дыханием. Серьезно? Я сейчас думал, что это маг лежит, запасливый. Вот мы и пришли. Попробую впустить тебя внутрь. Видишь решетку? Я открою ее, когда уровень воды поднимется. Так давай пустим воду. Видишь вентиль? Поверни его, чтобы вода полилась. Как только уровень поднимется, я открою решетку и впущу тебя внутрь. Чем это тайник-то? Не удалось. Ё-моё, тут даже не погиб. Эту жертву от своего уничтожного служителя. Неплохо. Да ёпрост, почему каждый раз когда пытаюсь немножко сманеврировать?
Да блин! Как же это задолбало. Ну какого хрена они все плюются этим ядом, да еще так часто? У меня столько антияда, блин, не наберет, сколько они плюются. Вроде он. Скорее. Быть может, Арантир уже там. Ладно, в любом случае, вроде как почти добрались, так что будем считать, что на этом пока что все.